Завершилось сразу после начала. В Мариуполе не удалось провести сессию городского совета. Депутаты собрались во Дворце культуры «Молодежный», так как здание мэрии для таких мероприятий еще не пригодно. Планировали избрать нового главу горсовета, рассмотреть несколько программ, принять решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших во время массовых беспорядков 9 мая. Через некоторое время после начала заседания зал покинули депутаты, представители комбинатов «Ильича» и «Азовсталь». Они объяснили это тем, что им не была гарантирована безопасность. Из-за ухода народных избранников кворума не было. Мэр сессию закрыл. Дата проведения новой неизвестна. Пора разбираться, потому что в данной ситуации как-то ж надо обеспечивать жизнь в городе. В конечном итоге оно ж не может держаться на одном только городском главе. Должен работать депутатский корпус, это их обязанность, вплоть до того, что будем обращаться в прокуратуру в данной ситуации. Есть закон, его надо выполнять.